второй тайм. Счет 1-0. Ну сейчас так-то узнаю, что там делать. Днище, подожди, днище. Один встает. Серьезно? Без команды судьи. Без команды, выигрывает без команды. У них вратарь какой-то злой. Заметил? Нормально, у них комментатор. Он молчит просто тупо. Не, ну все. Ты забыл прошлый год? Их команда была еще такой был. Вот такой был еще. Мы играли, помнишь, такие мелкие доставили, вообще так мелкие. Очень. Для игр вспоминаю. Для игр вообще-то подвел нас. Вова был, который? Покровский, он сам себе забил. Ну, играл он. Он сам себе забил. Покровский. Я помню, как он прыгнул, вообще круто прыгнул. Он хорошо прыгает. Он же играл, играет даже до сих пор. Он играет до сих пор. Какой-то клуб сестрорецкий. Саша Шигун еще один. Особо не приближай. Лучше хорошо. На дальнем. Да не, я и так просто как у шага был виден, то, что там. Но это только если там чуть-чуть. А так лучше не приближать, оно получается не очень хорошо потом. Хорошо. Оно так нормально, а потом на экране будет видно. Миша! Проспал! А где их вратарь? А, это фу, я же с игроком его перепутал. Александр, еще походу под навес пойду. Давай, давай! Миша к нему так приблизился. Прошло 2 минуты. Хорошо, но не точно. 2 минуты прошло только. Я. Спасибо. У меня как раз ничего и не было. Продолжаем играть. Играем, играем, играем. Не зря вам дали, а? Ты еще поворачивай экран. Заметьте, я вижу. Валя! Позвони! Леха, позвони! Дождя!
Товарищ судья! Тём, живой? Нет, нет, бля. Хорош! И так почти. Ну почти не считается, вот это обидно. Второй уход. Ну ладно. И удар. Гол! 3-0. 3-0. 3-0. Второй раз головой. Да, да. Изучи. По времени. Осталась минута. Это было про время. И время вперед. Смотри, тот. Сюда смотри. Тихо. Рустам Аке? Давай чай. Нужен еще. Три. Да. Втроем, втроем идете. Вай, 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 вай. Ворота кем читать, а? Второй тайм закончился. Счет 3-0. Выиграл команда 3-0. 3-0? Да. Победил кто? Прометей. Прометей.